Твое здоровье! Добро пожаловать домой. Как же давно я не ел стряпню тети. Я так по этому скучал. Тогда бери больше. Ешь давай, не болтай. Это тебе нужно есть, чтобы мозг лучше работал. Сколько вам обоим лет-то? Без остановки тараторите. Тетя, послушайте, что я скажу. Он уже старик. Он даже забыл, где припарковал машину. Рот закрой. Вы это видели, а? Вот всегда ты над ним потруниваешь. Да он единственный, кто издевается надо мной. Мам, это он издевается. Знаю, знаю. Но ты правда в последнее время странный, постоянно что-то забываешь. Возможно, это из-за большого количества работы. Кстати, Мушуни и я сегодня были в больнице. Состояние председателя Джона неутешительное. Правда? Тогда... Почему ты его ударил? Сынок, ты в порядке? Скажи мне, что ты сделал? Сынок, с тобой все хорошо? Я думал, в больнице уже все объяснил тебе. Почему после вашего ухода мой дедушка скончался? Что ты с ним сделал? Не смотри на меня так, говори! Что ты делаешь? Скажи хоть что-нибудь. Мне тоже печально слышать эту новость. Веришь ты или нет, но я всегда уважал председателя. И я бы не причинил ему вреда. Ты... Я видел твою лицемерную сторону, слышишь меня? Слушай сюда. Ты сделал все, чтобы заполучить желаемое. Ты хоть понимаешь, что он был моим единственным родственником? Знаешь это? Если ты меня подозреваешь, то я буду сотрудничать со следствием. Я покажу тебе, где правда. Ты!